Sony Ericsson Xperia Play. Замена сенсорной панели. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разбора подробно описана в ролике Sony Ericsson Xperia Play. Пинцетом вынимаем заглушки и выкручиваем 4 винта по углам. Снимаем накладку в верхнем правом углу и отщелкиваем шлейф сенсора. Металлической лопаткой поддеваем сенсорную панель и снимаем ее. Новую сенсорную панель надеваем на дисплей, защелкиваем коннектор шлейфа сенсора, устанавливаем накладку и закручиваем 4 винта. Затем пинцетом устанавливаем заглушки. Все, сенсорная панель заменена.